Голубую ель возле здания бывшего узла связи знали все одинцовцы. Ирина даже застала момент ее посадки. Каждый день гуляла возле хвойной краснокнижницы с сыном. Сначала здесь посадили 3 маленьких голубых елки, одна не прижилась. Потом выросли 2 замечательных, они смотрелись как одна. Но это было 20 лет назад. Прошлой зимой ель варварски срубили, самоуправцы нашли, наказали, а вот новое дерево посадили не сразу. 9 месяцев спустя здесь появился маленький саженец. Такой вариант жители не устроил, поэтому этой весной здесь высадили уже 5-метровое взрослое дерево. Сожаление о том, что такие случаи есть, просто вот не надо, наверное, их повторять. Ну что ж, а этому дереву я хочу пожелать долгих лет жизни, чтобы наши жители оберегали наших зеленых друзей. Высаженная ель уже прижилась на новом месте. Жители верят, ситуация с незаконной вырубкой больше не повторится. И готовы сами защищать дерево от рук вандалов. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».